селе Плеханы сегодня кипела работа. Жители вышли на субботник. Место для наведения чистоты выбрали общественно важное – центр села, где расположены дом культуры, школа, детская площадка, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инициатором субботника выступила администрация Быково-Отрогского муниципального образования. Это наша старая добрая традиция. Мы помогаем своим селам, мы ездим по субботникам. Плеханы за этот сезон мы уже приехали третий раз. Жители также участвуют, помогают нам. В прошлый раз большой субботник был организован на территории школы. Там убрали мусор, выпилили старые деревья, высадили новые. Тогда на уборку вышли в основном работники образовательного учреждения и родители. А в этот раз желающих поработать на благо родного села стало больше. Традиция субботников, судя по всему, в Плеханах приживается. Очень тяжело активизировать жителей села. Пока что очень тяжело. Мы стараемся. Я надеюсь, что это будет традицией и что это будет поддерживаться чистотой. Мне кажется, если будет чисто в деревне, меньше будут мусорить. Работники Дома культуры навели порядок не только вокруг здания, но и внутри. Здесь на средства, выделенные балаковским филиалом АО «Апатит», проводится ремонт кабинета. Наш кабинет, в котором мы работаем, который, конечно, очень плачевно выглядел, сейчас у нас вот. Красота такая будет. А напротив Дома культуры, возле школы, пока родители наводят чистоту, дети репетируют торжественную часть Дня знаний. В этом учебном году во всех школах Балаковского района ввели обязательное занятие по игре в шахматы. И прямо во время репетиции ребятам вручили подарки от администрации Быково-Отрогского муниципального образования – шахматные доски. А в придачу к ним – различный спортивный инвентарь, такой нужный для физического развития детей. Ну, у нас все старое ведь. Уже это сколько у нас оно? Ну, лет 6 одно тоже лежит уже. Ну, может, больше, даже не знаю. Я футболист. Редко мы играем, конечно, но когда все собираются, там и девчонки, и мальчишки. Ну, хватает там 5 на 5, там больше даже бывает. Ну, а после репетиции школьники присоединились к участникам субботника. Они навели порядок на игровой площадке. И можно с уверенностью сказать, что подобные мероприятия объединяют, и что в следующий раз на уборку территории выйдут еще больше активных сельчан.